Что ж, теперь, пожалуйста, любые вопросы и замечания по пройденному материалу. Да. Вот если говорить о том эпизоде, который произошел у колодца, когда Иисус встретил женщину-самарянку, получается, он знал то, что не мог знать, как простой человек. Он был своего рода пророком. То есть можно отметить случаи, когда Иисус что-то знал, что я бы не знал. Но есть случаи, когда Иисус чего-то не знал, и это говорит о его человечности. Так вы это говорите? Да, и когда эти случаи наступят, это все в большей мере непредсказуемо. Вам может казаться, что он должен знать, скажем, все всегда, или что, может быть, больше должно быть случаев, когда он чего-то не знает. И, как мне кажется, вопрос здесь немного в другом. Скажем, бывают ли такие ситуации, когда, скажем, Иисус просто растет, возрастает как человек, и понятно, что, будучи человеком, Иисус не знает определенных вещей. Я думаю, вот это для всех нас близко. Хотя, с другой стороны, мы видим его в храме, когда ему всего 12 лет, и окружающие его поражены, сколько всего он знает. И тогда возникают вопросы. Что ж, а может быть, в этом случае его знания объясняются его божественностью, каким-то образом божественная природа передает что-то человеческое, но это для нас совсем не ясно, это для нас сокрыто. И вот, скажем, Христос вырос, он уже взрослый человек, и если он чего-то не знает, то наверняка он тогда не знает много чего. Или, скажем, с другой стороны, если он знает то, чего не должен знать как человек, скажем, про женщину колодца, то откуда он об этом знает? И все, что мы можем сказать на этот счет, ну, так говорит Писание о нем. И лучшим объяснением с нашей стороны будет следующее. Но дело не в том, что его божественная природа что-то забывает или чего-то не знала изначально. Если Иисус чего-то не знает, то только как человек по своей человеческой природе. Хорошо? Да. Меня зовут Жан-Клод. А не кажется ли вам, что эта аналогия взята из иудейской культуры? А именно в вопросе брака. Когда молодой иудей решался жениться на иудейской девушке, то он должен пойти к родителям, все устроить, договориться, и после этого вернуться домой, чтобы приготовить все к ее приходу. И вот если в этот момент его спросить, когда же будет свадьба, то он ответил, «Этого не знает никто, только отец мой». Потому что отец имел последнее слово в этом вопросе, и ему было положено принимать это решение. И вот посмотрите на ответ Иисуса в этом контексте. Церковь его невеста. Разве вы не видите здесь параллели? Что ж, мне кажется, что многое из того, что вы сказали, конечно, верно. Конечно, для нас крайне полезно знать иудейскую культуру, знать контекст, знать традиции, скажем, традиции брачной церемонии, которая включала много разных моментов. И, как вы сказали, для заключения брака нужна была договоренность между родителями жениха и родителями невесты. Но это в том случае, если жених и невеста еще дети. И, конечно, они не знали точный день своей свадьбы, когда же они воссоединятся и начнут жить вместе, как муж и жена. И на этот счет вопросов нет. Есть и другой момент, который вы отметили абсолютно верно. Да, Иисус говорит о своем возвращении. И этот вопрос рассматривается, когда мы изучаем эсхатологию. Идет ли речь о его возвращении при восхищении церкви или его о втором явлении, чтобы уничтожить своего врага?
И это тоже примечательно, если мы говорим в контексте иудейского брака. Первый шаг — это договоренность родителей. И затем следует второй шаг, и он происходит в тот день, когда молодой человек и молодая девушка вырастают достаточно, чтобы жить вместе как муж и жена. И происходит следующее. Жених идет в дом, где живет его невеста, забирает ее и приводит ее в свой дом. И затем наступает третий этап брачной церемонии. Это брачный пир, праздник. И вот эта идея стоит за теми образами, которые мы читаем в книге Откровения, в 19 главе, в стихах 7 по 10, где идет речь о брачном пире Агнца. И если отложить в сторону вопрос о том, идет ли речь о возвращении Христа при восхищении Церкви, когда Он придет со Своей невестой, или речь идет о Его втором явлении, когда Он уже вместе с невестой придет для того, чтобы уничтожить своих врагов. Говоря в общем, вот то, что вы говорите о возвращении, как это соотносится с иудейским браком, с брачной церемонией, то тут все сходится. Я думаю, что Иисус не говорит о восхищении Церкви, Он говорит о Своем втором явлении. Но это совсем другая тема. Мы будем ее рассматривать в курсе «Теология 3». Вот основная идея, которую вы высказали о брачной церемонии и о том, какое участие в ней принимают родители, жених, невеста, вот эта идея верна. Но является ли это основной причиной, из-за которой Иисус не знает? Вот в тексте об этом ничего не говорится. Конечно, это возможное объяснение. Но вот все усложняет то, что есть то, что Иисус знает, и знает то, что простой человек знать не может. Зная, что Он Бог, то от Него ожидается, что Он все это знает. Но создается впечатление, что Отец это знает, а Сын и Дух Святой не знают. И вот создается впечатление, хотя конкретно об этом не говорится, что если Отец что-то знает, и Дух Святой что-то знает, то и Сын должен это знать. А если бы Он знал, то по каким-то причинам эта информация была сокрыта на пути от Его божественного ума. Но как только мы переходим в это измерение, то мы должны признать, мы не знаем на самом деле, как все это работает, потому что мы соприкасаемся в своей жизни только с теми существами, у которых одна природа и один поток сознания. Да, Питер, пожалуйста. У меня есть два вопроса относительно вездесущности. Вот, во-первых, вы упоминали тексты из Евангелия от Матфея и 14 главы Евангелия от Иоанна. Вот Иисус говорит о том, что Он присутствует в тех, кто верит в Него. Было ли это присутствие, пока Он был на земле? И вот второй вопрос. Есть текст, записанный в первой главе Евангелия от Иоанна, где говорится о Филиппе и Нафанаиле. Это стихи с 45 по 51. И Иисус говорит: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Это 48 стих. И затем идет возглас удивления Нафанаила: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев!» И затем опять мы читаем слова Иисуса: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». Вот что-то произошло, что поразило Нафанаила. И я слышал и читал такое толкование: «Вот свидетельство о том, что Иисус вездесущ». Кто-то говорит: «Нет, это свидетельство о всеведении Христа». И вопрос в том, ограничил ли Иисус себя в плане вездесущности, когда был на земле?
И что тогда произошло в первой главе Иоанна? Что ж, позвольте мне ответить сначала на второй вопрос. Это тот вопрос, где я не обладаю достаточными знаниями. Я не изучал этот текст во всех подробностях. И как мне представляется, есть два варианта, как Иисус мог это знать. Он мог это знать, будучи вездесущим, но также могло быть и так, что Он физически оказался в том месте, присутствовал там, где находился в тот момент Филипп. И Филипп не знал, что Иисус рядом, но Иисус видел его. И это представляется... Ой, извините, не Филипп, а Нафанаил. И представляется, что произошло нечто большее, что вызвало такое удивление, когда оказалось, что Иисус все это видел и знал. Стоит ли использовать этот текст как аргумент в пользу доктрины вездесущности Христа, это совсем не ясно, потому что ничего не говорится о том, каким образом Иисус узнал то, что происходило под тем деревом. Поэтому в этом случае все, что мы делаем, мы гадаем. Что касается первого вопроса, ограничил ли себя Христос, в частности, свою вездесущность? Что ж, мы здесь опять возвращаемся к тому факту, что у Иисуса есть две отличные, совершенно отличные, в то же время единые природы. И здесь, мне кажется, мы должны сказать, что, будучи Богом, Он присутствует везде. У Него есть эта способность. А будучи человеком в непрославленном теле, мы ведь знаем, что никакой человек не может присутствовать везде. Он даже не может быть в двух разных местах одновременно. Я думаю, что очень скоро мы с вами поговорим о кенозисе, об этой доктрине. И встанет вопрос, в чем же опустошил себя Христос, от чего же Он отказался, придя на землю? И мы будем говорить о том, что Он не отказался от Своей божественной природы и от Своих божественных атрибутов, но Он отложил в сторону использование этих атрибутов, использование той возможности, которой обладал. И я полагаю, что это один из примеров, когда, по всей видимости, Он не использовал те атрибуты, которыми обладал. В большинстве своем, когда вы читаете Евангелие, представляется, что Иисус находится в каком-то одном конкретном месте в какой-то момент времени. Он не присутствует в разных местах одновременно. И обычно ученики знают, где найти Иисуса. Поэтому образ, который здесь нам представляется, заключается в том, что Он, скорее всего, ограничил свою способность быть везде на тот период, пока Он жил на земле, в физическом теле, в непрославленном теле, около 2000 лет тому назад. Что ж, ну, вы понимаете, очень легко сказать, что вот Иисус всемогущий, Он такой и такой, и затем мы читаем описание в Евангелиях, когда Иисус совершает чудеса, когда Он говорит людям то, о чем они думают, то не так сложно на основании этого сделать вывод, что в Евангелиях нам рисуется вся жизнь Христа момент за моментом, день за днем, всего, что происходило в Его жизни. Но если вот так все понимать, то создается впечатление, что Он каждую минуту совершал какое-то чудо, что Он постоянно людям говорил какие-то тайны о них самих, что вызывало их удивление, и так далее, и далее. И я думаю, нам нужно понять следующее. Евангелие, если хотите, описывает лишь штрихи, отдельные моменты жизни Иисуса Христа. Они рисуют нам картины того, что происходило в различные моменты времени.
Да, это все реально. Все, что написано о нем, на самом деле происходило. Но это не как в современных реалити-шоу, которые показывают по телевидению, когда при желании можно прокрутить все записи со всех камер и посмотреть секунда за секундой всю жизнь человека, в какой комнате он живет, что происходило в тот или тот момент. Вот с жизнью Иисуса Христа такой возможности нет. У нас есть какие-то отрывочные описания отдельных фрагментов, которые происходили в его жизни. И на основании этих описаний можно прийти к выводу, что Иисус, совершающий чудеса постоянно, каждые там 2-3 минуты и так далее, далее. А если на самом деле все было так, если такова была действительность, то очень трудно понять, почему так много людей, живших в его время, воспринимали его как обычного человека. И Иоанн в конце своего Евангелия пишет, «Много Иисус сотворил и других чудес». И если бы мы пытались записать все эти чудеса, то никаких бы книг этого мира не хватило бы, чтобы их вместить. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий». Поэтому в Евангелиях нет ничего, чтобы не соответствовало бы действительности, но есть то, что не записано. Если вы осознаете, что при написании каждого Евангелия избирались те или иные эпизоды жизни Христа, чтобы показать его богословский образ и, конечно же, историю его жизни, то вы понимаете, что в жизни Иисуса Христа должны были быть дни, часы, когда он вел себя, жил как обычный человек. Об этом не так много написано. Мы читаем описание в основном тех дней, когда он вел себя необычно, но если бы таковыми были бы все его дни, если бы все минуты его жизни были таковыми, то, как я уже сказал, очень многие бы люди посчитали бы его необычным человеком, не говорили бы, «О, это Иисус, сын плотника, что особенного в нем?» И здесь, я думаю, также и важно то, что произошло на горе Преображения. Это также примечательно. Петр, Иоанн, Яков присутствуют там и видят Христа во всей его славе. И у вас не остается впечатление, что они смотрят на это и думают, «О, ну что тут такого необычного, я это вижу каждый день». Нет, они увидели что-то, что раньше не видели. Это было необычное зрелище, которое произвело на них особое впечатление. Поэтому, опять же, я считаю, что правильно будет полагать, что большую часть своей жизни Иисус не прибегал ко всем своим привилегиям и возможностям, которыми Он обладал. И истинная Его слава чаще была сокрыта, чем явлена. И тем не менее, это надо как-то согласовать с тем фактом, что Иоанн говорит, «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Получается, что не всегда он выглядел как обычный человек. Время от времени, конечно, окружающие его могли понять, что он особенный. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Хорошо, еще вопросы? Да, пожалуйста. Я постараюсь задать вопрос быстро. У меня нет сомнений по поводу всевидения божественной природы Христа. Но если мы говорим о его ограниченной человеческой природе, то вот есть две мысли, которые помогают мне все это объяснить. И, быть может, вы сможете подтвердить или опровергнуть эти идеи. Первое — это мы видим апостолов, что они обладают особым знанием, данным им через Дух. Даже пророки Ветхого Завета могли видеть что-то, что было сокрыто от остальных. Это не было их приобретенным знанием, но данное им свыше.
И я думаю, что, быть может, это объясняет тот факт, что Иисус знает то, что обычный человек знать не мог. Он имел особое отношение с Отцом, и Отец открывал это ему как апостолам и пророкам. И второе. Человек, который обладает безгрешной природой человека, может понять и познать человека так, как обычный грешный человек не в состоянии. Мы не видим того, что видит Иисус, так как наш взор затуманен грехом. И Павел приводит аргумент о том, что наш грех влияет на наш образ мыслей, то есть наша способность учиться, познавать ограничена, искажена грехом. В случае с Иисусом все обстояло по-другому. И мне представляется, что он мог знать намного больше, так как рос безгрешным человеком. Потому что совсем не обязательно, что он принес с собой все это знание Вселенной, которым обладал до своего воплощения. Он мог все это познать, будучи на земле. Я не говорю, что этому учит Писание. Это то, к чему я пришел, что помогает мне все это объяснить. Что ж, что касается первой вашей мысли, я не могу найти в этом что-либо неверно. Более того, есть свидетельства, которые говорят о том, что Дух Святой активно действовал и проявлялся в жизни служения Христа. И, конечно, возможно, чтобы все это было открыто человеку Иисусу Христу, открыто Духом Святым. И как вы уже сказали, да, нет конкретного текста в Писании, который об этом бы говорил, что посредством этого Иисус получил то знание, которым обладал. Но я не вижу в этом никаких проблем. Что ж, что касается второй мысли, ну, в общем, можно сказать, что тот, кто не обременен всем этим грузом греха, путаницей, которую он вызывает, затуманенным взором вследствие этого, конечно, такой человек будет отличать добро от зла правильно. Но означает ли это, что такой человек сможет узнать, о чем вы думаете, даже не поговорив с вами? Но это немножко другой момент. Ну, например, когда я смотрю на выражение лица какого-то человека, то я могу понять, что этот человек сердится на меня. Он может это отрицать, но я знаю, что происходит на самом деле. Вот это знание я имел в виду. Знание природы человека, а не знание фактов, где человек был, скажем, вчера. Да, но я думаю, что многие грешные люди могут улавливать какие-то сигналы, которые другой человек подает своим лицом или своими жестами. Но в случае со Христом Иисус знает, какие мысли в голове у человека. И я не думаю, что мы были бы на это способны, если бы только были более святыми. Есть еще один момент, который мы с вами не разберем на этом курсе, пока, во всяком случае. Это момент о следующем. Что конкретно происходит с разумом человека вследствие греха? И предлагаются различные ответы. И вот наиболее консервативные ответы, если можно так сказать, изображают ситуацию, в которой мы оказываемся, следующим образом. Мы не можем, не будучи верующими, мы не можем ничего понять сами, ни в нравственной, ни в духовной сфере. И возникло целое направление в апологетике, которое основывается на вот таком убеждении, что если неверующий не может понять духовную истину совсем, и не видит мир в надлежащем свете, то бессмысленно будет предлагать какие-либо аргументы. Надо убеждать другим образом. Что ж, мы не будем с вами углубляться в сферу апологетики, но мы с вами в этом семестре еще будем разбирать доктрину о грехе, и мы сможем вернуться к этому вопросу. И вот в тот момент это будет уместно сделать. Мы немного затрагивали этот вопрос в курсе «Теология 1», когда говорили об озарении при написании Библии. Что такое озарение, для чего оно необходимо, какие цели при этом преследуются в жизни верующего. Я думаю, когда мы говорим о влиянии греха на разум человека,
будь то верующего или неверующего, то, я думаю, будет неплохо затронуть вопрос о том, что такое озарение. Но мы с вами это сделаем, когда будем говорить о доктрине о грехе. Но хороший вопрос. Еще, пожалуйста. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.